Всем привет! У нас сегодня понедельник, 22 июля. Вот такая погодка из окна, тучки. Прошел только что дождик. Наш папа на работе. Мы с Владиком, Виталинкой и Максимом дома. Хотели поехать в пущу, погулять в парк, но, судя по погоде, наверное, у нас сегодня ничего не получится. Хотя, может быть, еще после обеда погодка поменяется. Вот так вот тучи. Дождь такой прошел, сильный ливень. Буду своим мальчишкам на обед готовить вареники с картошкой и с лучком. Поджарю сейчас лучок на сковородочке. Кстати, сковородка та, которую купили в эпицентре Тефаль. Тот, кто смотрел мои прошлые влоги, то увидели. Мы ее сейчас первый раз попробуем. Лучок уже жарю, поджарю его, подготовлю потом заправочку такую к вареникам, а потом отварю вареники, туда добавлю лучок, и будет у нас такой обед. Наши варенички уже варятся. Да, Виталинка, варятся нашим мужикам на обед. Варенички наши готовы.